Доброе утречко. 6 утра, проснулась, подоила козу. Козунька там бунтует, что ей опять все не так, все не так. Морду свою за забор выворачивает. Ой, что, поеду искать ягоды. Что делать? Красота? О, не одна я проснулась. Все, включился транспорт. Первые автобусики. Хорошо, пасмурно, так что, надеюсь, сегодня будет видно даже. Даже оборыши хорошо видно, с темными ягодами. Ой, не могу сказать, что хочу спатеньки, я просто еще не проснулась. Организм спит, мозг спит. Маленькая функция такая в мозге включилась. Проснуться и пойти козу подоить, все. Ой, ну ладно. Ветерка нету, на день вдохновленная такая вся. Ну, так вот желтеет все, желтеет и опадает. От этого я вот прям не люблю. Я прям вообще не люблю осень никак. С перспективой зимы прям, ой. Ну что, в добрый путь. Абракадабра, я дома. Что? У нас сейчас 7 час. Я сегодня 6 утра еще не села. Наверное, первый раз, как я вот сейчас вообще жопоньку уронила, сижу на крылечке. Сижу, думаю, ага, все. Ну, через час уже, да меньше, наверное. 40 минут, наверное, осталось. Плюс сегодня пасмурно. Сил ни на что нету. Из последних сил такая вышла. Думаю, чтобы пока светло. Дома дела тоже есть, но что бы такого во дворе бы сделать? Пока последние минуты света. Голова не соображает, что конкретно. Дрова таскать просто сил нету на тяжести. Вот и маюсь, короче, сижу и маюсь. Чувствую, сейчас так промаюсь. Ничего все равно не сделаю и поплетусь домой. Ну что, ягоды отнимают все силы пока. Все силы, все время. Как-то даже и не знаю. Дождь, что ли, бы опять пошел. Ну, в общем, пошел бы дождь, и я бы никуда не поехала. И такая подумала, ой, жалко как, а то бы за ягодами. А сама бы выспалась на самом деле. И все-таки что-то поделала во дворе. Все, что намеревалась, теплица, там еще что-то. Ну, в общем, короче, у меня большие будут сейчас надежды, что будет какая-нибудь длинная теплая осень. Настолько длинная, что все ягоды закончатся в округе. Ездить будет некуда. И я закончу там с дровами, там с чем-то еще, в общем. Ой, еще сено обещают привезти. В общем, все как-то немножко в куче. Ой. Пытаюсь собраться с мыслями. Таблеточку даже для головы выпила. Но нифига, голова не работает. Не очень-то. Очень охота спать. Дома печечку затопила. Хорошо. Туда заходишь, и все, глазки моментом закрываются. Ну что, скучают все по мне. Целый день тут собаки. Козы.
Вот. Ну, как-то так. В общем, ничего. Ничего, ни событий, ничего. В общем, поэтому буду, наверное, закругляться. Ничего красивого в огороде особо не распустилось. Ничего особо не подписала. В общем, как-то так. Все немножко среднее происходит. Ой. Вспомнила, вот что я сейчас пойду делать. У меня труба от глушителя опять отвалилась с проволочки. Пойду сейчас масло померю и трубу привешу от глушителя точно. Потому что утром будет... Ну, утром, во-первых, я забуду, во-вторых, будет роса, сыро. Ну, даже если дождя не будет, все равно будет сыро. Сейчас у нас ветерочек, все обдуло, трава сухая. И можно спокойно на пузане поползать по машине. Вот чем я сейчас займусь. Вот такие вот у бабы вечером дела. Глушитель привязать на проволочку. Не знаю, когда я его заменю. Понятия не имею, в общем. Ну, такое ощущение, что я уже привыкла. Надеюсь, окружающих не сильно раздражает. Так что... Ой, как-то так, ладно. Пока не заснула, пойду. Так что, вот такие вот пока деньки.